Так. Так, вот там еще были. Или есть. А кто палит? Ну-ка, если мы отметим, например. А, истребители. Ну, ясно. Грена, грена! Продвигаемся. Хватаю, блин, ёптвою, где ракеты? Так. Перелезть тут можно? Вы чё, смеетесь? О, ракет. Это чё, танк? Охренеть, это вообще не знаю, что такое даже. Стреляй по титану, ракеты! И чё я сделал? А, типа это самое. Вот она. Давай, сейчас бомбанем. Нажмите F, чтобы... А, все. А че он не нажимает-то, я не пойму. Или что-то не то надо делать. А, все. Надо зажать было. Ясно. Все. Круто. Или нет? Я, наверное, косанул, да, просто? И опять что-то писанул. Еще нормально. Отлично, Митчелл! Ранен... Команда Брама, внимание! Инженеры КВА взломали протокол безопасности. Пытаются спровоцировать перегрев. Офигеть, чуть за пушку. Вас понял, пророк. Мы на подходе. Блин, я гранатомет выкинул. Ну ее... А, я, наверное, не выкинул. Да, вот он. А, так, значит, нам... 20 метров. А, это наш. Так, а куда нам? Смотреть в оба. Здесь могут быть гражданские. Гражданских всех тут уже помочили. Это что, у нас гранат столько в... Патрон. Пошли. Ой-ой-ой, надо потихоньку чисто спускаться. Сюда. Браво, температура поднимается. Плохие новости, правда? Показатели ниже нормы, но терпимы. Значит, есть шанс. Ну чё, штурмовать будем кого-нибудь? У бедолаг не было ни шанса. Да. Продолжаем движение. Давайте-ка. Перекрёсток. Давай направо. Это короткий путь, но тебе не понравится. Держаться вместе. Так, управление. Как тут, блин, мышь чувствительность уменьшить? Именно в игре. А на мышке уже я на максимум уменьшил. Но в игре... Опачки, смотрите, какая пушечка. Давайте-ка вот это заменим.
Потому что все-таки, ну, все-таки как-то побольше патрон. Можно использовать он в разных местах. Так. Контакт! Просто. Контакт! Пошел, пошел, пошел! Справа, пройдите реакторный блок максимально быстро. Пройди на балконе! Быстро? Или что? Блин, надо быстро. Ну, мое. Где наши-то, ёб твою? С двух выстрелов гасит. Так, значит, смотрим, где они там все. Так. Значит, смотрим. Не смарт, а... Подождите, я что-то не пойму, я что-то не то делаю, что ли? А... Это наш. Я, походу, зря грены потратил. Ладно, давайте разберемся. Ну, мне, короче, туда надо идти. Это я уже понял. Понизу, наверное, лучше. Да, наверное, здесь. Ого, она еще зажимная. Бам. 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 Только в башку ему давай. Бам. Еще давай. Что это за облучение было? Ну-ка. Я, кажется, знаю, как с ним справиться. Давайте-ка. Скол смарт. Это что ли, или что? А, нет, это не надо, это не то. Вот, сенсор. Сенсор свет Эми, во. Да ладно, не сработало, что ли? Ладно, давай тогда по старинке. Да что ж ты будешь делать-то? Так. Штурмуем, походу, да, бам. 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 Кто палит? А, дрон. Ну, нормально. Это враг. Это тут был враг, видимо. Так. Это наш подлетел. Продвигаемся, кстати, у нас. Что это? Вот эта пушка, мы ее что-то не используем, надо бомбануть вон туда. Эй, стоп! Почему? Что произошло-то, не пойму. Ну давайте отсюда отстрел. Ага. Видимо, нас покоцали. Ну ладно. Рукопашку давай. А, это наш, блин. Извините-ка, друзья. Тупанул, бывает. Хочу в голову попасть. А чё я туплю, в принципе, да? Так, ну давайте-ка иди сюда, братцы. Ролики. Ой, такая другая пушка. Да кто тут палит? Откуда же вы все вы... Откуда же вы все выходите-то, задницы-то вы тупые? Ну-ка, давайте. Так. На час. О, патрончики. Головешку не хочешь? Так, чуть не пальнул. А, ладно.
Нам дальше? Запнулись что-то тут. Что-то тут запнулись. Осколочная граната. Пророк, мы в грузовом лифте. Веркан. Митчелл, запускай. Значит, с чувствительностью. Запускаем. Ставь укрытие у двери. Понял. Чувствительность слишком маленькую сделал вообще. Нормально, ладно. Митчелл, используй штурмовой дрон. Чего? Как? Ёп, я забыл. Три, что ли? Н. А мне... А, Н-ку надо было нажимать тогда. А я думал, троечку. Циферку. Управление. Блин, такое мясо. Так, как... Блях, муха. Стоп, пардон, не то нажал. Н. Ну, опять Н не работает. Чему-то. Чтоб вас всех. Что ж за место? Подождите, почему дрон не работает? Так, смотрим по гранатам. Эмми. Сенсор. Свет. Офигеть их там. Гранат, что ли, мне кинули, не понял. Так, сейчас G будем использовать. Смарт, контакт, оскол. Оскол. Туда куда-нибудь. Слишком долго держи. Ага! Да ладно! Гранату, да, долго держал. В руке. Что за фигня? Всегда долго держал. Так, все, месим. Да, почти на месте, только благодаря мне. Что-то говняно-то видно. Может, это у меня одного? По головам бы надо. Ну, стучать им по головам за такое. Чё они тут месяц? Чё они тут стреляют, да? Так, ну там еще один. Офигеть их тут. Моя, как тут... Как подняться, я забыл. А, Е, наверное. А, хрен знает. G. Ну, видишь, умный дрон. Я спросил, он ответил. А, вот. Еще ребятки бегают, и вон. Так, синенькие, это наши. Происходит. Только что был выброс. Мы почти на месте. Погнали теперь. А действительно, чё это я не пользуюсь этим супер костюмом? Ну-ка давай, открывай, чё? Вот оно! А я чё, куда иду? Не прямо, что ли? Я прямо иду. Я в порядке. Что это было? Они заминировали. Чё тут без меня какой-то кипиш какой-то произошел, я даже не заметил. А, ладно. Подключаюсь, диагностика. Давай за пульт. Давай я тоже подключусь. Эх. Митчелл, давай к пульту. А, с той стороны. Ну, так скажи. Чувачок.
Пророк, видишь? Да. Температура ядра стабильна. Надо залить охладитель. Стоп. Воды не падают. Отводы для пары. Че ты нажимаешь? Ни хрена же не видно. Перенаправляю. Эх. Гидро! Принято! У нас события 7 уровня. Немедленно уходите. Вот дерьмо! Браво! Реактор пошел в разнос. Уходим! Уходим? Куда? Давай в другую дверь. Внимание. Правильно все. Ну, сейчас все рванило. Бегом, бегом, бегом. Че, типа я устал, да? Ой, все валят, смотрите-ка. Как и мы. Довели. А, нам тоже валить. Да сдохнешь ты уже. Сколько же можно уже. Убежал, офигеть. Так, ладно. Пророк, у северных башен вертолеты КВА. Да наконец-то. Так, куда нам идти? Вот сюда, да? В голову вроде попал. Да? А, туда куда-то. Очень рады вас видеть, 2-3. Сейчас мы вот это используем. Комбо сейчас. Дрончики полетели. А, ну вертолет нам. За нами. Ребятки. Ух ты, ё-моё. Офигеть, я думал. Я думал, она еще упадет. Блин, она реально падает. Куда бежать-то? Я думал, она круче была бы, если бы она упала. Просто упала, не рушилась прям. Эффектней было бы. Мне так кажется. Бонус! Спускаемся! Пророк! Атлас эвакуируется! Зона опасна! Давай! Митчелл, давай на борт! Быстро! F2 нажимаем. Так. Хедшот. 10, видимо, я так понимаю. А, значит, 28 гранаты, ну как-то мне это непонятно. Бит 35. Ну, а, я так понимаю. Ну, я не очень разбираюсь, что это вообще значит. Так, а почему-то 2 очка всего, это очень мало. Так, мы хотели при. Да, не бивай. А, сбивается меньше на 80%. Внушительно. Получен какой-то там ящик. Так, что там по времени у нас? Нормально. Эх. Побомбило. Вы сами все видите. Картинка шокирует, безусловно. Это реактор Вегабран Пацифик под Сиэтлом. Утром нам сообщили о прямая трансляция с места событий. Похоже, главарь КВА по кличке Аид решил сделать заявление. Дорогие граждане мира, вас охватил страх.
Вам страшно, потому что вас заставили проснуться. Бывают дни, которые не забыть. Воспоминания, которые жгут нас до самой смерти. Где был ты в тот день, когда все изменилось? 4 года назад некто попытался разрушить нашу жизнь. Он попытался обрушить наш мир во тьму. Нам казалось, что мы никогда не вернемся домой. Мы справились. Вместе. Когда вы были беззащитны, мы дали вам нашу силу. Когда вы были тяжело больны, мы вылечили вас. Когда настал хаос, мы дали вам порядок. Стабильность, защиту, шанс начать все сначала. Кто мы? Мы путь в будущее. Что-то я не уверен, что в 2054 году будут такие технологии. Да-да-да, загрузочка, давай быстрее. Щит, овердрайв, стимуляторы, по-моему, там было написано. Это Детройт, детка! 2,5 миллиона в таких вот лагерях. Не курорт, конечно, но их кормят, поют, охраняют. Все за счет Атласа. Да, у КВА хватило духу поселиться здесь. Твою мать. Как же это все долго прорисовывали, вот эти всякие... Вот, ну, посмотреть, болт... Че так не видно-то? Ну, так... А, типа, нельзя, да? Болтики всякие там, вот посмотрите, офигеть, как долго. Вас понял. Они собирались переселять людей назад в следующий...